Друзья, всем привет! Вы на канале Post-Production. Как вы думаете, на что в первую очередь обращают внимание профессиональные велосипедисты при выборе велосипедного шлема? Правильно, это оптимальная вентиляция, легкий вес и идеальная посадка на голове. Всеми этими качествами может похвастаться велосипедный шлем от компании Abus Aventor. Aventor – это яркий представитель спортивной линейки, технологии производства которого порадуют даже самого требовательного велосипедиста. Что касается идеальной посадки на голове, то за это отвечает здесь система Zoom Eyes. Представляет собой колесико, которым вы идеально можете отрегулировать посадку шлема на голове. Как и любители, так и профессиональных спортсменов порадует также вес шлема Aventor. Его вес составляет от 240 грамм до 280 грамм в зависимости от размера шлема. И, конечно же, хочется отметить инновационную технологию ActiCage, которая используется в шлеме Aventor. Это специальный элемент жесткости, выполненный из пластика и интегрированный в шлем. Такая технология делает шлем более прочным и обеспечивает наилучшее прохождение потоков воздуха. Конечно же, все основные тестирования шлема проходили на фабрике Abus. Но в полевых условиях тестированием также занимались профессиональные спортсмены команды Movistar Team. Если вы выбираете себе либо первый шлем, или вы хотите заменить свой старый на какой-то новый и более технологичный, я с уверенностью могу вам посоветовать Abus Aventor. И вообще я считаю, что компания Abus сделала неимоверный скачок в производстве высококачественных спортивных шлемов, которые сейчас используют большинство профессионалов и в шоссейном, и в горном велоспорте. Если у вас возникли какие-либо вопросы по этому шлему, можете писать под этим видео, либо обращаться в Facebook-страничку нашей команды, где мы вам постараемся ответить на все интересующие вас вопросы. Всем пока, занимайтесь спортом, покупайте классные качественные вещи.